Подожди. Вот и кто проснулся. Наконец-то. Ну, помоги, что ли? Стрелять-то хоть умеешь? С этой стороны. Стреляй, пока не перебьем или патроны не кончатся. Женщина. Что тут вообще творится? Как изначально скрыто. Пока наша задача ноги унести. Ой, промазал. Да чтоб тебя. Извини, женщина, я стрелять не умею. Ты не поможешь мне, да? Жри, свинец, урод долбанный. Ты тоже молодцом. Похоже, тебе не впервой. Я уже и не считаю. Набери припасов, пока можешь. Я слышу, еще идут. Ладно. Но потом ты мне все расскажешь. Припасов побольше. Так, аптечка. Зарядка, перезарядка. А, не попал ни в того, в кого, кого целился. Держи. Слышь, женщина, он сзади тебя, а ты стоишь тут. Они не сдаются! Ну и мы не станем. Жаль, у меня бомб с собой нет. Позади проверь, там вроде еще лезут. Давай, 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 лечись. Обернись, они сзади. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Смотрю, тебя прижали, да? Черт, они все прут и прут. Так. Черт, они повсюду. Не дай им себя окружить. Опа. Этот крик мне не нравится, если честно. Не дай бог, ведьма. Ё-моё. Стреляй по ней. Голову целься, экономь патроны. Да тут... Ну тут жесть. Да чтоб тебя, а? Так, 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 ни патронов, ничего я не сделать. Спину мне прикрывай! Эй, ты ведь поможешь мне, да? Давай. Черт, они все прут и прут. Блин. О, закричала. Воу, 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 воу. Черт,
Они повсюду! Не дай им себя окружить! Давай, 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 давай! Оп! Оп, 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 оп! Блин, откуда не возьмись. Ты ведь поможешь мне, да? Падла. Давай, давай, атака ее. Мочи ее, давай. Жри, свинец, урод долбанный. Перезаряжай быстрее. Yes. Слышишь? Что это за звуки? О, черт. Берегись! О, нет. Что это за твари? Да какая разница, вали! Патронов вообще ноль. А-а-а, жесть. Так. И что у нас? Жаль, у меня бомб с собой нет. Разряжай. Этот гад. Да я ничего не вижу, блин. Перезаряжай давай. Чё такой долгий-то? А-а-а. Что в вас, а? Да ладно, ты с ними расправилась, что ли? Пошли, надо убираться отсюда. Сюда. Ну вот сейчас ты меня удивила. Пока я там возился. Спасибо. Вряд ли я бы в одиночку отбилась. Я Эсмеральда Торрес. Я... Себастьян. Знаю. Правда? Пока они утихомирились. Надо валить, пока новые не пришли. Как я здесь оказался? Кто ты такая? Нет времени на кучу вопросов. Сейчас надо в убежище. По дороге поговорим. Идем. Бери внутри все, что нужно. Я жду. Так, вроде уже все взяли. Тут могут быть еще твари. Откуда ты имя мое знаешь? Кидман считала, что ты можешь появиться. Кидман? Сказала, если план провалится, она уговорит тебя помочь. И вот ты здесь, значит... Погоди, я запутался. Какой план? Вытащить отсюда Лили и начисто уничтожить Мёбиус. Погоди секунду. Что такое? Да ладно. Кидман хотела уничтожить Мёбиус? Хм. Чёрт! Дай угадаю. Это была дорога к твоему убежищу. Найдем другой путь. Пошли.
Погоди, постой. Этот план. Кидман ничего такого не говорила. Ну да, не могла же она вводить тебя в курс дела при всех. Сюда! Короче, один поднимает, другой пролезает. Ясно, я только... Подлезай! О, ты как? Дай помогу. Пролезай уже, пока на башку не уронила. Окей, держу. Спасибо. Что, старичок, отдохнуть надо? Да ладно, не такой уж я и старый. Значит, все это время Кидман планировала уничтожить Мёбиус. Вообще, это твоя жена планировала. Погоди, Мира? Так вот как она сюда попала. Она часть Мёбиуса. Это бред какой-то. Придется подлезать. Спину не надорви. Помолчи, Торрес. Ты знаешь, тебе бы стоило гордиться женой. Она крутая. Я пошла сюда за ней. Я не понимаю, зачем ей присоединяться к ним? Она узнала, что Лили у них, и поняла, что их можно уничтожить только изнутри. Она пролезла внутрь и ждала нужного момента. Значит, все эти годы она была у них. Черт, в голове не укладывается. Да уж, но давай не будем отвлекаться. Надо туда забраться. Поможешь? Да, конечно. Сюжет-то разворачивается. Готово? И разворачивается. Держись, я страхую. Да-да, порядок. Эй, ты про меня забыла, что ли? Что, думал, я тебя тут брошу? Теперь ты часть плана. Ах, план. Ну да. Кто еще участвует в этом маленьком заговоре? Нас всего четверо. Я, Кидман, Мира и Теодор. Теодор? Отец Теодор? Отец Теодор? Вроде он просто Теодор Уоллес. Знаешь его? Встречались. Он хочет вовсе не спасти Лили. Он хочет забрать ее. А еще он убеждал меня выследить Миру. Именно он все и испортил. И как вы планировали действовать? Мира и Теодор находят Лили. Мы с Теодором ее выводим. Мира остается и разбирается с Мёбиусом. А Кидман снаружи. Помогает нам выбраться из Стэм. Черт, все должно было быть так просто. Ничего не бывает просто. Это точно. Что ничего не бывает просто. О, нет. Что опять-то? Что такое? Черт, у нас проблемы, смотри. Быстро, за мной. И что это значит? Убежище, каюк? А это еще кто? Вот и нет твоего убежища. Я бы не стала делать убежище у всех на виду. Оно спрятано. Но нам надо пробиться через этих тварей. Ты видишь красный флаг за тем домом? Да. Так вот, вход в убежище там. Ясно. Я пойду первым. Держись за мной и не высовывайся. Да уж, слушай, я уже с такими сталкивалась. Если они горят, держись подальше.
Так, добраться до убежища. Оп. Если они горят, держись подальше. Он загорелся. Блин, патронов-то ноль. А, нет, в пистолете есть. Так, что у нас тут? А? Попробуем стелсом. Потихонечку. Потихонечку. Ты типа спряталась, что ли? И он тебя не увидел. Интересно, девки пляшут. Так, а интересно, их можно это? Сзади-то бесшумно убить. Или рисковать не стоит. Ух ты! Так, похоже, надо... туда обходить, на ту сторону. Ну что ты там стоишь? Блин, сюда идет. А ты что за прикол? Он тебя не видит? Что за нафиг? Нам же лучше. Как же тут? Засранцев обойти. Блин. Что ж вас так много-то? Теперь бежим нафиг. План по стелсу провалился. Ну конечно, их тут. Так, ну что, может попробовать бесшумно зафигачить, пока он не горит. Получится. Ух ты, отлично-то как. Вон оно что можно сделать-то, оказывается.
Так, здесь вроде как чисто, да? Вон там ходит. Блин, идет сюда. Вот тебе в голову-то. Так, а это получается те же самые. Ух ты, а это что? Подсумок для снайперской винтовки. Нейлоновый подсумок для снайперской винтовки. О! А чё мы это? Мы типа это, как, бесшумно это все сделали. Окей. Раз вы так считаете. Ну, можно и так, конечно. Хотя я надеялась действовать немного потише. Дома стены помогают. Ну и в убежище тоже. Ты только не пугайся, когда увидишь, сколько у меня там взрывчатки. Она совершенно безопасна. Ну, пока я не установлю запал. Вообще безбашенная баба. И что нам делать с Теодором? Я не знаю. Он ненормальный. Его обиталище просто мечта Инквизитора. Меня должно бы радовать, что Лили не у него, а у Миры, но... Что? Лили у Миры? Да. Но я не уверен, что это хорошо. Она изменилась. Это место на нее как-то повлияло. Мира скрывается, защищая Лили от Теодора. А он явно ни перед чем не остановится. Если я остановлю его, может, Мира придет в себя, и мы вытащим Лили отсюда. Значит, мы должны убить Теодора? Да. Но сначала его нужно найти. И как это сделать? Мне помогал Анил. Я свяжусь с ним. Но сперва надо бы доложить Кидман. Ты только не скажи чего лишнего по этой штуковине. Наверняка над Кидман сейчас нависает этот ящер. Даже больше. Я его уничтожил. Хорошо. А Лили? Ее я опять упустил. Очень жаль. Какие-нибудь зацепки есть? Есть хорошая новость. Я вышел на агента Торрес. Ее сведения были бесценны. Очень хорошо. Ну, а что плохо? А плохо то, что кое-кто посильнее Стефана тоже рвется к власти. И для этого ему нужна Лили. Торрес сказала, что ты тоже его знаешь. Он так красиво говорит. Черт. Думаю, я знаю, о ком ты. Я отправлю кое-что полезное тебе в кабинет. Держи меня в курсе. Я всегда помогу. Я знаю. Я доверяю тебе. Ладно. Вернемся к нашим делам. О'Нил, это Себастьян. Ответь. Что-то не так. Попробую его найти. Жди здесь, держи наготове оружие и взрывчатку. Когда я найду Теодора, мне понадобится твоя помощь. Отсюда есть выход в сеть? Да, в той комнате есть компьютер Мёбиуса. Попадешь к выходу 72. Отлично. Я свяжусь с тобой. Держись, Торрес. А то. Удачи, Себастьян. Ну что, сохранимся?